Добрый день, меня зовут Лысенок Евгений, я директор сети туристических агентств Viking Touristic. Я приглашаю вас на инспекцию отеля MC Arantia Resort. Хотите быть в курсе последних новостей, подписывайтесь на мой канал. На ресепшене можно сразу выпить сок, съесть сладости. Здесь же находится атриум-бар. Кожаные диванчики. Это терраса. Потрясающая территория, зеленая, она небольшая, очень душевная. Номер 4212, стандарт. Мини-бар в комнате, отдельный кондиционер. Работает. Ванная комната. Телевизоры новые поменяли. Здесь у нас душ. Здесь у нас три кровати, раскладная тахта, телевизор, есть тапочки, балкон небольшой. Лучше, чем был на вид. Территория. Есть несколько водных горок, детский бассейн. Это ванная комната. Здесь у нас мы видим ванна и душ. Номер состоит из двух комнат. Комнаты разделены дверями. Вот у нас одна комната, одна большая кровать, выход на балкон, плазменный телевизор, кондиционер. Посмотрим, что у нас тут на балконе. На балконе стол, 4 стула, вид на территорию, на море. Это вторая комната. Здесь у нас, вы видите, две кровати отдельные. Центральный кондиционер, плазменный телевизор. Покрытие здесь ламинат. Здесь есть торговый центр, можно сделать покупки. Находится он на минус первом этаже. Есть здесь бильярд, пул, русский, аэро, игровая комната небольшая. Вот он, аквапарк. Детская площадка, мини-клуб, еще детская площадка, вот мы с вами добрались до пляжа, вход песчаный, территория пляжа большая. Вот сзади камень, я в него. Thank you.
Возле пляжа готовят гюзелеме. Вам был полезен данный материал? Подписывайся на мой канал, ставь лайки, пиши комментарии, что бы ты хотел еще добавить. С вами был Лосинок Евгений.